высказываете свое мнение, участвуете в дискуссии в программе Сергея Зацепина. Когда правительство боится своего народа, это свобода. Когда народ боится своего правительства, это тирания. Томас Джефферсон. Неполиткорректное ток-шоу, которое заставит вас думать. США никогда не будут разрушены извне. Если мы дрогнем и потеряем нашу свободу, то только потому, что мы уничтожили себя сами. Авраам Линкольн. Ток-шоу Сергея Зацепина на волне 14.30 АМ. Будь в центре событий. Всем добро пожаловать в наше неполиткорректное ток-шоу. Номер телефона в студии 847-400-5200. А сейчас я бы хотел немножко обсудить другую тему. С одной стороны, по просьбе нашего радиослушателя, с другой стороны, потому что это очень важно. Конечно же, это тема о том, что происходит сегодня на наших южных границах, юго-восточных, юго-западных границах. Там, конечно, кошмар не прекращается. Просто сотнями вылавливают этих нелегалов. И, естественно, ничего с ними не могут сделать, кроме того, чтобы отправить их вот в эти так называемые центры задержания. Проблема в том, что, опять же, сейчас там ситуация в том, что очень много нелегалов переходит границу с детьми. Вы все знаете, что по закону мы не имеем права задерживать людей, которые сопровождают детей, больше, чем на 20 дней. Потом их нужно выдать им повестку в суд и выпустить их на вольные хлеба в надежде на то, что эти люди придут в назначенный срок и узнают свою судьбу. Разрешат им остаться в Америке или же им нужно будет покинуть нашу страну. Как вы себе примерно представляете, конечно же, 90% возвращается в назначенный срок, только 10%. 90% просто растворяется на просторах нашей страны. И две самые страшные вещи из того, что это собой представляет, это то, что раньше мы все считали, что вот они там где-то растворяются в районе, Аризона, Техас, Калифорния, вот эти вот приграничные штаты. Проблема вся в том, что эти ребята успевают добраться. У этих ребят уже на сегодняшний день, то есть такое количество нелегалов, где на сегодняшний день практически у всех, кто приходит сюда, у них уже здесь в Америке есть родственники. Неважно, легалы или нелегалы. Но эти родственники в свое время расползлись по разным штатам. И у нас в Иллинои, и в Нью-Йорке, в Пенсильвании, в общем, по разным штатам, в Майами. И вот эти вот нелегалы, которых выпускают на вольные хлеба, они тут же направляются куда-то к своим родственникам, там создают свою вот такую нелегальную коммуну, прошу прощения, и живут абсолютно нелегально и абсолютно не заботясь о том, что нам это нужно или не нужно. Я уже не говорю о том сегменте нелегалов, которые из себя представляют просто, говоря простым языком, бандюков, которые сюда приходят с определенной целью. Причем вы прекрасно должны понимать тот факт, что те люди, которые, то есть бандюки, которые их сюда переправляют, причем их переправляют умышленно для того, чтобы они здесь развивали сеть торговли наркотиками, сеть торговли людьми, проституции и так далее. Поэтому ничего хорошего из этих эмигрантов, так называемых, у нас здесь не получается. И вот человека, это как вот как плющ, который растет, занимает постепенно какие-то позиции, потом по нему вырастают новые ростки, и вот так вот они расползаются в разные стороны. Так вот, именно это сейчас и происходит на границе. Президент Трамп, конечно же, пытается все-таки построить эту стену.
в связи с этим, вот с иммиграционной ситуацией, у нас есть три хорошие новости. У нас у всех, я имею в виду тех, которых не устраивает ситуация с нелегалами. Первая хорошая новость — это то, что Пентагон наконец-то все-таки отработал. Вы все знаете, да, что президент имеет определенные права на деньги, которые он распределяет, вернее, Конгресс распределяет. Он может эти деньги передислоцировать. Так вот, Пентагон, именно департамент, как это сказать, Министерство обороны, они все-таки выработали систему, где они могут выдать достаточно денег президенту для того, чтобы построить где-то в районе 256 миль стены. Президент Трамп, он сказал, что ему нужно 400 миль стены. Опять же, это не будет одна сплошная китайская стена. Это для того, чтобы покрыть те участки, которые уязвимы именно для перехода через границу. Так вот, из 400 миль он получает денег на строительство 256, ну, плюс то, что у него те заграждения, которые уже сегодня существуют, которые просто нужно немножко переоснастить, то есть по крайней мере, с этим у нас это продвигается в нужном нам направлении. Теперь, вторая очень приятная новость. Те, которые следят за обстоятельством дел на границе, понимают, что где-то месяца два тому назад или три было внесено предложение о том, чтобы те, которые просят убежище, политубежище в Америке, чтобы им выдавать повестки и отправлять их в Мексику, и чтобы Мексика занималась ими до тех пор, пока не подойдет день суда, и тогда они смогут сюда прийти и предстать перед судом. Ну, тут же у нас появились сердобольные адвокаты, включая и русскоговорящих, и нерусскоговорящих, и, в общем, целая канитель, что это незаконно, это негуманно, это ужасно, потому что в Мексике тоже ужасные условия, мы не можем этого делать. И тут же было подано, дело было передано в суд для того, чтобы все-таки и суд, первичный суд постановил о том, что да, мы не имеем права этого делать, мало этого, что мы даже тех, которых мы уже отправили в Мексику, мы обязаны их вернуть обратно и дать им возможность находиться в Америке до дня суда, который им было выдано повесткой. Ну, в общем, это дело попало в апелляционный суд, и, как ни странно, апелляционный суд 9-го округа, это Калифорния, оказывается, все-таки признал тот факт, что это абсолютно гуманно, это абсолютно правильно, и мы не обязаны, вернее, мы имеем право делать это, особенно с разрешения мексиканского правительства. В чем это, то есть, во-первых, это приятно в том смысле, что мы уже не, по крайней мере, мы не обязаны всех их держать здесь, то есть какую-то часть мы сможем отправить в Мексику, но что самое основное вот во всем этой, во всей этой катавасии, это то, что вы же понимаете, что теперь, когда эти люди будут направляться обратно в Мексику, мексиканцам это ведь тоже не особенно понравится, потому что это люди, которые, во-первых, загрязняют их территории, во-вторых, люди, которые, опять же, многие бандюки, которые будут заниматься бандитизмом и там, в Мексике. В общем, концовка в том, что это заставит мексиканское правительство как-то пытаться их все-таки остановить у себя на северной границе.
и не дать им возможность пройти через Мексику, то есть этим самым сбавить поток вот этих нелегалов. А, ну и вот, вот это все вместе в совокупности, плюс, плюс сейчас идет переговоры, идут, вернее, переговоры о том, чтобы все-таки войска американские смогли принять участие, ну, я не имею в виду всю армию, но как-то частично определенный контингент американских войск может быть задействован все-таки вот в защите наших границ, объясняя это тем, что действительно мы тратим сумасшедшие деньги, мы тратим человеческие жизни, защищая какие-то абсолютно чужие границы в виде Афганистана, Ирак, Сирии и так далее, и мы абсолютно не защищаем свои собственные границы. Ну, в общем, будем надеяться на то, что и это как-то все-таки сработает. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. А что там происходит с этими, с китайцами, с тарифной войной? Они нарушили вроде, да? Ну, да. Что там происходит? Происходит то, что они сейчас... Спасибо большое. То, что они сейчас приезжают в Америку, и они уже хотят опять переговоры, потому что, ну, вы понимаете, Трамп — это не тот человек, который будет прятаться в укрытие, когда назревает какой-то, ну, опять же, по-русски, какие-то терки. Он достаточно классный бизнесмен, он достаточно эрудирован в том, как вести вообще переговоры, особенно с Китаем. Вы не забывайте, Трамп, ведь он не всю жизнь был президентом. Трамп вел переговоры с Китаем тогда, когда еще многие политики вообще не знали, в какой стороне света находится Китай. Поэтому, я имею в виду, как бизнесмен. И поэтому он очень правильно сделал. Он сказал: ребята, вы хотите играться в эти игрушки, давайте, вы там будете что-то нам отказываться, мы вам будем поднимать тарифы. Вы будете отказываться, мы вам будем поднимать тарифы. Очень многие, в кавычках, знатоки экономики нам все кричат, что вот, Трамп, он нас доведет до вообще разрухи и так далее и тому подобное. Никуда он нас не доведет, ни до какой разрухи. Он абсолютно твердый, жесткий и абсолютно уверенный в себе бизнесмен. Он сейчас с Китаем ведет себя не как президент Америки. Он сейчас себя ведет с Китаем как хозяин бизнеса, которому наступают на пятки, и он этого, ему это очень не нравится. Поэтому вот тем, что он поднимает тарифы, тем, что он уже объявил еще добавочных 200 миллиардов продукции тарифов, вот он заставил этих китайцев все-таки приехать к нам и провести опять же серию переговоров. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. По-моему, у меня есть идея, чтобы избавиться от нелегалов более дешевым путем. Поставить пулеметы на границе? Если ужесточить закон за принятие на работу нелегалов. Когда им здесь нечего будет жрать, они сюда сами не поедут. Вы понимаете, вся проблема в том, что это, то, что у нас такое количество нелегалов, это не потому, что мы не знаем, как их остановить. Это потому, что у нас нет ни политической, ни экономической воли это сделать. Почему? Это очень выгодно тем же конгрессменам, я имею в виду тем же представителям, нижней палаты, тем же сенаторам, очень многих свои компании, на которых работают вот эти вот нелегалы, которые составляют из себя дешевую рабочую силу, понимаете? Поэтому, если вы помните, если вы следили за ситуацией во время пререканий Трампа и демократов по поводу ДАКа, вот этих вот детей. Mm-hmm. А поэтому в виде республики. Трамп же хотел, он сказал: пожалуйста, я дам этим 1 800 000 возможность остаться в Америке, но я хочу убрать chain migration, то есть тянуть сюда родственников, кого попало, и вот эту divi latere.
на что никто, даже республиканцы, на это не пошли. Почему? Потому что они, да, даже наш бывший спикер палаты Райан, Пол Райан, он сам лично замешан в так называемом Commission of Commerce, где компании, которые, очень большие компании, которые устраивают на работу нелегалов, понимаете? Поэтому вариант не в том, что мы не знаем, как это прекратить. Вариант в том, что политики никак не могут найти в себе силы для того, чтобы это остановить. Слишком выгодно иметь у нас в стране нелегалов. Слишком выгодно. А у Трампа нет возможности как-то на это наложить руку? У Трампа нет возможности. Почему? Потому что любой закон должен быть проведен через Палату представителей и через Сенат. Если у него и в Сенате, если честно, я не думаю, будет достаточно голосов, даже при том, что у нас большинство в Сенате, я не думаю, что у него будет достаточно голосов решить эту проблему в Сенате. Уже не говоря о Палате представителей. Вот поэтому он, в принципе, сейчас единственный его вариант — это все-таки построить стену, увеличить количество пограничников на границе. И вот то, что он сейчас сделал в отношении того, что им не дадут рассеиваться по Америке, очень многих это может все-таки убедить сюда не лезть. Почему? Потому что, ну, если он не попадает в Америку, зачем же ему тратить деньги, такой переход в 3000 там километров, и потом делать что? Чтобы осесть в Мексике? Да. Да, поэтому такая вот ситуация. Спасибо вам огромное. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Анатолий. Я хотел вернуться к вашему монологу про Китай. Да-да. Я, вот когда я слышу критику того, что Трамп делает, не большая часть, но многие из этих критиков, многие из них работали на администрацию Обамы или даже на администрацию Буша. Конечно. И эти администрации, у них подход был удовлетворяться словами. Вот китайцы нам пообещали сделать это, все замечательно, китайцы нам пообещали сделать то. И они всегда обманывают, это их подход. Америка дурная, они нам соглашают, мы им обещаем, мы не выполняем. Они нас пускают туда, они нас пускают туда, они нам разрешают делать все. И теперь вот эти люди, которые могли показать, какие они молодцы на протяжении предыдущих 10 лет, и они позволили Китаю воровать нашу intellectual property, делать все, что они захотят. И сейчас, когда пришел человек, который говорит, нет, мы так не можем продолжать, вот теперь они такие умные, они теперь все знают, как надо делать. Конечно. Но когда у них был шанс, они этого не сделали, потому что они ни черта не знают. То есть вы не можете быть более правы, чем вот то, что вы сказали. Спасибо огромное. Причем, спасибо, до свидания. Женечка, спасибо тебе огромное. Ты понимаешь, что если взять даже такого, как Джо Байден, у которого сын получил контракт в Китае на $1.5 миллиарда, ты же понимаешь, вот Джо Байден станет, допустим, не дай бог, стучу себя по голове, в страшном сне, не снится, станет президентом, ну кто будет воевать с Китаем? Скажите мне, кто? Джо Байден, чей сын, у него руки аж по самые, ну, причинные места завязаны в китайском цементе. Так о чем, кто будет с ними воевать? Или тот же Пол Райан, или тот же, как ее зовут, Дайан Файнстайн, у которой 20 лет работал китайский шпион? Ну о чем мы говорим? Кто будет с ними воевать? Никто. Поэтому Трамп — это действительно единственная надежда. И поэтому вот эти все знатоки, псевдо, в кавычках, одно из двух. Либо это Never Trumperы. Кстати, у нас в нашей общине тоже таких хватает, которые постоянно на каждом углу кричат, что Трамп полный идиот, затеяв войну торговую с Китаем. Вот, поэтому, что можно сделать? Я надеюсь, что у Трампа вот сейчас будут переговоры. Конечно же, мы знаем одну вещь. Китай все-таки надеется на то, что президентом станет Джо Байден. И вот поэтому они сейчас как-то пытаются Трампу вставить палки в колеса, для того, чтобы у него не было причины сказать, видите, я все-таки победил. Не забывайте это, дорогие друзья. Вы когда слышите
что вам говорят, вот Трамп там воюет, не воюет. Трамп воюет, он знает за что, потому что иначе мы опять и еще больше погрязнем в Китае. Поэтому что могу вам сказать? Дорогие друзья, у меня остается ровно 10 секунд времени, чтобы пожелать всем нашим мамам, всем будущим мамам, всем женщинам, которые вот уже вот-вот-вот-вот готовы стать мамами. Дорогие мои, будьте здоровы и будьте как можно дольше с вашими детьми, и будьте с нами как можно дольше. Пока у нас есть родители, мы всегда будем детками. Не забывайте это. Всем большое спасибо.